Всем привет, с вами Теля. В предыдущем видео я вам показал, как установить палку мод на Android 15 Android. В сегодняшнем видео я вам покажу, как установить мод Truki на BMW X95. Заходим на сайт mods.android.ru, который ссылка будет в описании. И мод тоже будет в описании, ссылка. Вот нам надо заполнить вот эти координаты. Вот видим 1 плюс 4, 1 плюс 9. Это будет с этим координатом, мы можем делать руку. И нажимаем скачать. Вот уже у нас закачалось. Выходим. Заходим, есть проводник. Задокат. Ищем, где у вас закачанный файл. У нас закачанный на Dauphin. Вот это наш мод. Нажимаем 3 точки наверху, удерживаем и нажимаем 3 точки. Переместить Android. Data. com.rastergamis. И нажимаем OK. Все. Теперь можно выйти здесь проводник и заходить на GTA. Открываем. На ваш экран появились координаты, все цифры, которые это все координаты, которые с ним можно делать руки. Я покажу вам, как это. Знаете, на экране вы видите картинка, которая разные цифры. На этом экране нам надо нажимать. Если нажать 1-4, то одновременно первым нажимаем 1, а потом 4, у нас делает руки. Для начала нам надо попрыгать и нажать это. Сейчас не получится, я не очень хорошо делаю это. У меня плохо получается, вот видим. Вот один получилось у меня. Чтобы сделать трюк, нам надо попрыгать и нажать 1-4 или 1-7, 1-6, 1-9. Ну да, у меня не очень получается. Как мы видим. Сейчас разгоним и попрыгаем. Два раза получилось у меня. Разгон, прыжок. И почему только это могу я сделать? Я точно знаю, что там может другой вот другой трюк делать. Сейчас я делаю. Вот это был другое дело. Вот это другое дело, что там надо вообще привыкнуть, как только вы привыкнете, вам будет легко это сделать. Но мне сейчас нелегко. На моде нам дает высоко прыжок, когда мы прыгаем, нас высоко прыгает. На самом деле у нас ничего не улучшено. Вот видим. Никакого багов здесь нету, но пока что я не вижу. В следующем видео я сниму, как я делаю трюки на велосипеде BMW X на сайте моде. Я сейчас я вам показал, как устроить. На следующем видео я буду снимать трюки. Если вам понравилось видео, то не забывайте ставить лайк и подписаться на мой канал. Всем удачи, до свидания.